привет! Сегодня внеплановое видео. Ко мне обратился мой товарищ и попросил подобрать ему в офис новый компьютер. Вот он попросил моноблок. Вот такой вариант. Решил с вами поделиться. Прикольная такая штукенция. Формат немножко не автомобильный, но я думаю, все мужики так или иначе любят технику и может кому-то понадобится вот такого плана компьютера. Не знаю, в России я не встречал с таким дизайном. Выполнен он под Apple iMac. Ну, начинка своя, естественно. Можно подобрать, допустим, либо на Intel платформе, начиная от Core i3 и до Core i7 или i9, как кому удобнее, или на AMD решение. Давайте посмотрим, что из себя представляет эта штучка. Такой довольно увесистый, около 10 килограмм весит. Открываем коробочку. Так, раз. Вот, собственно, сам мониторчик. Упаковывали все в обрешетку еще сверху, в деревянную, потому что все-таки большой экран, чтобы это все не разбилось. О стоимости компьютера расскажу чуть позже, сколько он обошелся. Здесь у нас блок питания. Шнур питания. Или если у вас никакой нет мышки, то хотя бы проверить или что-то установить вполне пойдет. Ну, бесплатно. Достаем. Вот такой красавчик. Нога абсолютно алюминиевая. Сам корпус, скорее всего, выполнен из пластика под алюминий. Давайте. Вот так выглядит монитор. Это диагональ 24 дюйма. Никакого здесь логотипа, яблочка и тому подобное нет, потому как это под iMac. Можно настроить угол, как вам удобнее, вот примерно под таким углом. Так он выглядит сзади. Абсолютно похож на iMac. Я iMac не пользовался, но видел, как он выглядит. Так, вот у нас кнопка включения, кнопка reset, 2 USB. Остальные USB у нас находятся в нижней части. Идут, получается, у нас 4 USB, вход под наушники, вход под микрофон, VGA кабель, HDMI кабель, если кому-то нужен, и, собственно, вход питания. Это у нас динамики, кстати, встроены. Ну, звук вполне себе неплохой. Это лучше, чем какие-то колонки будут внешне стоять. То есть, по факту, у вас полноценный компьютер. И для того, чтобы он заработал полноценно, как компьютер, нужно подключить мышку и клавиатуру. Так как это офисный компьютер будет, ПО, все, я поставил лицензионное. То есть, лицензионную Windows 10 и офис 2016 года тоже лицензионный. Сейчас покажу, как этот компьютер разбирается. Для того, чтобы можно было поставить туда, допустим, еще внешний жесткий диск. Сейчас тут там стоит SSD диск. Я еще хочу подключить обычный терабайтный для хранения данных. Для того, чтобы разобрать компьютер, вам всего лишь нужно снять экран. Сделано все очень хитро. Не знаю, как в оригинальном iMac. Для разборки потребуется инструмент вот такого плана. Ковырялки пластиковые. Это у меня остался из набора для вскрытия мобильных телефонов. И вот парочку вот таких штучек, которыми можно поддеть. В верхней части нащупываем маленькую щель небольшую, вставляем. Вот, вставили немножко на себя. Вот нужно один вставить. Вставляем другой. И вот так ведем. И смотрим, что у нас экран начинает отходить. Он у нас здесь не приклеен, а крепится на неодимовых магнитах. Сейчас покажу поближе. Вот, довольно интересно реализовано. По периметру у нас неодимовые магниты. Вот, и, собственно, на стекле вот они находятся. То есть все держится на магнитах. Экран отходит. Давайте я сейчас его сниму. Вот, снял стекло переднее. Здесь вот видим сама матрица экрана, вот, прикручена такими специальными креплениями на болтиках по периметру, и они сверху проклеены изолентой, чтобы это выглядело как-то эстетичнее. Так, вот у нас модуль камеры, вот, все хорошо, довольно-таки собрано аккуратно. Вот у нас идет сама материнская плата, точнее выходы интерфейса. Это у нас динамики такие, какие-то маленькие, компактные. Ну, звука, я скажу вам, вполне хватает. Здесь материнская плата вот такого размера. Она, в принципе, небольшая, но зато там находятся два радиатора, два кулера. На процессоре там есть кулер, а также, по-моему, на видеокарте на самой установлен кулер. Собрано довольно-таки неплохо. Я думаю, там ноутбуковского формата материнка стоит. По железу давайте сейчас я соберу на место, подключу и
покажу, расскажу, какая здесь конфигурация, и посмотрим, как быстро компьютер включается и работает. Взял клавиатуру пока такую, беспроводную, мышку подключил комплектную, хотя я, допустим, пользуюсь Logitech Master MX2. Вот мне она больше нравится, конечно, она поудобнее. Такая, конечно, ну, такую комплект, к сожалению, китайцы никогда не дадут. Поэтому включаем, как говорится, то, что есть. Так, нажимаем на кнопку питания. Загорелся светодиод. Ну, посмотрим, насколько быстро у нас включится компьютер. Напоминаю, что стоит лицензионная Windows 10 Home. Все включилось. Она абсолютно пустая сейчас. Так, ага, мышка по стеклу, она отказывается нормально работать. Вместо коврика возьму электронную книгу. Немножко не по назначению, но в данный момент она будет в этом плане, я думаю, полезна. Так, смотрим, что у нас по характеристикам. Так, на борту у нас интеловский Core i7 процессор 8750H. Это, в принципе, довольно неплохой топовый процессор. Ну, не 2020 года, а прошлого поколения. Или позапрошлого даже, получается, уже. Но весьма неплохой процессор за свои деньги. Вполне себе. Оперативки, получается, 8 гигабайт. И стоит 250 гигабайт SSD диск. Я думаю, для офисных задач это более чем хватит этой производительности. Вот данная система обошлась около 50 тысяч. Красивый моноблок, который выглядит довольно-таки солидно. Ну, не Apple, конечно. Ну, Apple и стоит в несколько раз дороже. Ну, не все пользуются macOS, поэтому те, кто любят Windows и не хотят, чтобы у них стоял не какой-то обычный Lenovo или Asus, который вы можете купить в любом DNS, Eldorado и прочих. Вот, а нечто такое более-менее интересное. Вот еще раз покажу. Ну, выглядит очень даже прикольно. Я думаю, неискушенный в продукции Apple человек, я думаю, вряд ли найдет отличие. Такое было короткое видео. Не знаю, интересно оно вам или нет. Если вдруг заинтересовались подобными компьютерами, можете писать нам в комментариях или обращаться к нам на сайт консультантам. В принципе, мы можем те же компьютеры отправить вам. Ставим лайки, если ролик понравился. Дизлайк, если не понравился. Комментарий напишите. Подпишитесь на канал. Всем пока!